со мной все хорошо. Мы живы, здоровы. Она была очень активной девочкой, она занималась спортом, она ходила на фото, училась фотографировать, у нее есть образование. Она общалась по интернету со своим будущим мужем, она говорит, я влюбилась, говорит, и поехала. Написал мне, я знаю, где твоя сестра. Он сказал, через 2 дня я тебе дам с ней поговорить. В 2 дня, в 3 дня разобрала у него телефон на 10-15 минут и писала мне сообщение. They got very, very, very good place. They've been like a hotel, 5-star hotel. Wow. Yes. Наших wow. девочек держал в одной комнате, как собак. А он говорит, что он там им все условия. Где условия? Вы посмотрите, это условия разве? Свяжись с Айшиной мамой, Зарой. Скажи, Карина тоже здесь. Скоро нас должны в другое место переправлять. Помогите, пожалуйста, этим женщинам и детям. Верните их на родину, верните их домой. В случае установления российского гражданства женщин, наше посольство в Ираке обеспечивает соблюдение их прав на защиту силами местных адвокатов. В чем она нарушила закон? В том, что она пересекла границу Турции на Сирию. И у нее на руках ребенок. Ничего она не делала, она не ходила, не стреляла, не убивала. Такого не было.